Несмотря на то, что признанная всем человечеством крылатая фраза ученого-мыслителя Востока Абу Насыра Аль-Фараби «Будущее страны с сильной наукой совершенно» была произнесена тысячи лет назад, актуальность ее ничуть не померкла. Развитие науки в современную эпоху глобализации является важным фактором, обеспечивающим увеличение духовной и экономической мощи каждого государства. Наука – высшая ступень познания. Это уникальная отрасль, которая переплетается и с множеством других, улучшая жизнь человека и открывая перед ним новые горизонты. В предвыборной программе главы государства Касым-Жомарта Токаева было отмечено, что наука будет ориентирована на новые технологии производства, которые позволят сделать страну конкурентоспособной. Для этого наука будет ориентирована на новые технологии производства, которые позволят стране стать конкурентоспособной. Усилия наших ученых будут направлены на решение практических вопросов: улучшение строительства дорог, модернизация сельского хозяйства, повышение эффективности промышленности. Эта работа будет проводиться в тесной кооперации государства, науки и бизнеса. С этой целью поэтапно увеличится финансирование прикладной науки, в том числе и за счет софинансирования научных исследований крупным бизнесом. Исходя из этого направления, мы решили узнать, какая работа ведется в нашем регионе, каков путь развития науки, вклад ученых в местное производство, а также мнение местных ученых по этим вопросам. В настоящее время в стране развивается наука молодых. В процессе развития современные направления науки. У нас есть много возможностей для отечественных ученых, таких как финансирование молодых ученых или выделение грантов. Конечно, это происходит благодаря поддержке главы государства. В настоящее время, я думаю, что наша страна добьется многих успехов, если наука продолжит развиваться. В своем выступлении глава государства сказал, что ключом к развитию страны является наука. Поэтому я думаю, что благодаря этим молодым ученым наша страна получит хороший вклад в свое развитие. Преимущество экономически развитых стран мира заключается в качественном образовании, поддержке науки и развитии новых технологий. Нашей стране также необходимо кардинально выйти на новый уровень развития науки. Это потому, что будущее страны без развития науки довольно туманно. Кулюш Умурзакова, Адель Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 News.